И добрые, на связи Амкабаский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Crash Team Racing, это 58-я часть, и сегодня мы пройдем с вами красный турнир, который открывается после сбора всех красных токенов. Для победы нам надо победить, по-моему, во всех, кроме одной гонки, или что-то там по очкам считается, но не суть. Будем стараться победить везде. Тут у нас, по-моему, как раз все уровни, на которых красный токен, нам на них надо проехаться залпом разом и победить. Вроде ничего сложного. Четыре уровня. Ностальжи. Считайте это заслуженный отдых. Конечно, это еще не конец. Нам еще много чего предстоит. Ах ты... Нам еще предстоит два платинового релика. Но я думаю, мы справимся. Б. Перестань, он сказал. Что за крик прикольный там? Не крик Вильяма, но все-таки. Еще нам один ТНТшки дают, нечестно. Я чё, маску сбросил? А что так можно было? Да ё-моё. Запрыгнем мы туда. Скаты догоняют. Ага. Не, ну это было слишком легко. А, тут считаются очки. В общем, нам надо по результатам набрать больше всех очков за 4 гонки. Первое место 9 очков, второе 6, третье 3, четвертое 1. Очок. Остальные очка не получают. А, после этого мы, по-моему, откроем Риперу в качестве играбельного персонажа. Ну и получим гему. Сама гема у нас требуется 5 гем для того, чтобы открыть ей бонусный уровень. Вот как. Попал. Не прижимайтесь, незнакомые. Хотя вообще-то знакомые. Ну ладно, можете прижиматься. О, отлично. Уже близко. Ну, да не особо. Ахтун, ахтун. Ахтун, ахтун. Ахтун, ахтун. Ладно, у нас не Medal of Honor, хотя... Рекомендую у нас на канале посмотреть прохождение Medal of Honor, тоже на свинку первую. На 3 звезды из 3 каждый уровень пройден со всеми доп. Материалами и бонусами. И классическая Medal of Honor, и Medal of Honor Underground. Если вы любите классику на PC-1. Вот он там кричат в каком-то уровне, по-моему, в первом уровне. Хотя не помню, честно, как он, ну и суть. Там по рации кричат, ахунг, ахунг, та-та-та-та-та-та-та-та-та. По-моему, когда мы подлодку взрываем. Не помню сейчас. Нифига себе. Он же не наглей. Двигатель не наглей.
Походу игра считает шарик не шибко полезным, раз он постоянно дает. Хотя... Гениально. Успел. Кто-то врезался. Изи. Это наша была, по-моему. Это было тоже несложно. Кстати, знаете, чем увлечается прохождение турнира? То, что противники могут побеждать по-разному. То есть, кто победил, допустим, второе место в этом раунде, в прошлом может занять вообще нулевое. И нам проще отрываться. Вот 18 против 6, ну... Тут уже, да, в принципе, без вариантов. Но расслабляться не стоит, конечно же. Красный путь. Блин, когда я захожу на все эти уровни по этому турниру, я сразу вспоминаю, как я собирал на них платину. Это весело. Ой. Я боюсь, у меня сердце остановится, когда мы попадем на уровень Engine. Ай. Набрал. Молодец. Зачем я его выкинул? Тоже изи. Хотя Димгадил второй раз второе место занимает. Хочет догнать. Тут без вариантов уже. Даже если сейчас мы вообще последний придем, получим 0 баллов, мы все равно побеждаем по очкам. Но мы постараемся прийти первыми. Пирамида папы. Ох, я тоже помню, как тут мучился. Когда на платину проходил. Я уже на подкорке прошито, как тут надо вот так закручиваться. Главное только не прыгнуть вниз, по привычке. Да, можно, кстати. Но не нужно. Дело не в везении, тут скилле. Не скиллованное. Ну, сложно не назвать скиллованным человека, который собрал платину на всех уровнях.
Ну, почти, там два уровня осталось бонусные. Ну, на всех, которые мы могли пока что. Там мы тоже возьмем. Кстати говоря, я навел справки, там они вообще не такие уж сложные. Там можно гораздо раньше в поставленном времени прийти. Это мне напоминает два бонусных уровня из Crash Bandicoot Warped 3. Там есть скрытые уровни для... Ой, ладно, что-то что. Для 105%, по-моему, требуемые. Ход Кока и... Динбус Рекс или как-то. Ну, короче, надо было динозавров скакать. Вот там можно получить платину на изи, не напрягаясь. Там, по-моему, просто проходишь и у тебя уже большинство игроков дают платину. Ну, можно, конечно, постараться не получить ее, но в целом это делается легко довольно. Вот, а на обычных уровнях платину ты хрен получишь. На некоторых вообще что-то с ума не сойдешь. Я помню, как я это делал. Так что вот эти уровни в чем-то я буду сравнивать с ними. Называется отдохните. Ну, конечно, тоже потрудитесь, но отдохните. Изи. Абсолютная Виктория. Итого у нас 36 очков у Динго Дила 18, у Пуры 10, у Инжина 7, у Мишки 4, у Кока 1 очко, у Тинни, у Крэша 0. Кого-то сажали. А теперь награждение. Мадам. Та-та-та-тан. Поздравляю! Ты заработал Джим! Джим! Они гему назвали Джим. Какой ужас. Так, ну, во-первых, я сейчас пойду заеду, сохранюсь. Во-вторых, я бы сейчас хотел выйти в главное меню игры, посмотреть. Там должен открыться у нас этот там, как его... Ой... Реперу, по-моему. Да. Вот начать новую игру за него можно будет или нет? Или только играть в мультиплеере? Так. Сейчас посмотрим. Стоп. Стоп, да не. Да не. Ну, одним словом, предложением. В новой игре, вот не знаю, по-моему, он не будет доступен. Ну, как он сам против себя будет? А вот в мультиплеере он откроется. Нет. В мультиплеере сейчас мы глянем, уже за него можно будет играть. Там, по-моему, за кого-то еще можно уже, но это не точно. Ну, под мультиплеером я понимаю, когда месть играет на одном этом. Борьба, по-моему, нет, не борьба. Пар. А вот так. Да, вот он, Риперу открылся. Теперь можно за него играть в мультиплеере таком вот. Ну, прикольно, что я могу сказать. Гляньте на его глаза. Это безумие. Ладно, нам осталось еще победить в 4 турнирах, поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, включаем уведомления, увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!